Всем привет, и вы на канале Человека-муравьи. Сегодня мы перешли моих фидули по Лидлу в фармикарии. Так что всем приятного просмотра, ну а я начинаю. Перед тем, как переселить моих фидули в их первый фармикарий, мне надо его почистить. Я его разбираю по частям, мою и чищу все слои акрила, чищу гипсовые плитки, потому что дома у меня не оказалось гипса, чтобы залить новые. И также пылесосом засасываю старых жителей этого фармикария, которые, к сожалению, откинули свои муравьиные лапки. Ну вот, фармикарий готов к заселению. Правда, перед тем, как заселить наших фейдолей в новое гнездо, надо его увлажнить. После того, как я увлажнил фармикарий, можно заселять наших фей. Хочу обратить ваше внимание на том, что стенки арены этого фармикария очень низкие, поэтому при переселении моих фейдоль они неоднократно у меня разбегались по столу. Поэтому большую часть переселения, а именно как и муравьи нашли новое гнездо и как начали таскать туда расплод, я не заснял. И специально для вас, для моих дорогих подписчиков, я заснял, как матка перебегает в свои новые владения. После того, как колония переселилась и я дал отдохнуть своим муравьям 30 минут, приступаем к кормлению. Начнем мы с личинки знахаря. Муравьи моментально на нее накинулись, и первая их задача была умертвить или обездвижить эту личинку. После того, как муравьи ее умертвили, они не потащили ее в гнездо, а оставили на арене. А солдат, который прибежал им на помощь, начал разгрызать на мелкие кусочки эту личинку. Потом подбегали рабочие и уносили эти кусочки личинки в гнездо. После белка я предложил своим муравьям сахарный сироп. Муравьи учуяли его даже с края арены и прибежали к нему. Но из гнезда выбежала куча муравьев вместе с солдатами. И они сразу же накинулись на сироп. Ну и начали его пить. Пока мои муравьи пили сироп, я понаблюдал за ними и заметил то, что один солдат пил сироп целых 16 минут. Меня это удивило. Но пока мои муравьи пьют сироп, я чуть-чуть расскажу о колонии. В колонии 60 муравьев примерно, также 5 солдат и много расплода. Колония стала намного быстрее развиваться, и думаю, через еще одно поколение колония будет с невероятной скоростью увеличивать свою численность. Муравьи ведут себя очень активно, много любопытничают и почти все едят. Правда, иногда отказываются от личинок знахаря. После того, как мои муравьи переселились и хорошенько покушали, им выпала возможность хорошенько отдохнуть. И я тут успел заснять несколько интересных кадров. Вот, например, один муравей чистит другого муравья. А сейчас будет момент, где муравей чистит солдата. Но не милота ли? На этом, в принципе, все. Кстати, я хотел извиниться за качество съемки в некоторых моментах и за начальный отрывок видео. Этот отрывок я взял с зарубежного видео, с зарубежного канала. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Взял я его просто, чтобы вам было интересно смотреть, потому что там светлая морфа и муравьишки разгрызали таракана. В принципе, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент. Всем пока-пока, удачи!